Всем привет, друзья! Пришла очередная посылка из Китая. Недолго пришлось ждать ее. Шла она 3 недели. Сейчас посмотрим, что внутри. Такая вот упаковка, просто целлофановый пакетик. Вот такие вот держатели, потом покажу, зачем они. Если кто догадался, это у нас чехол для сиденья, без спинки. Вот здесь такие силиконовые вкрапления, для того, чтобы оно не скользило. Вот это вот держатели сзади будут, эти кольца одеваем и сзади фиксируем. Взял черный под цвет салона, спереди есть вот такой вот кармашек. Он будет вот так вот загибаться. Конечно, при транспортировке помялся, средина замялась. Но посмотрим, может в процессе выпрямится, все разгладится. В принципе, сверху материал приятный. В эксплуатации, я думаю, будет хорошо. Покупал этот чехол для того, чтобы летом было проще переносить жару. Все, наверное, знают, владельцы кожаных салонов, что к ним легко прилипнуть. Вот этот чехол должен спасти. Дальше посмотрим, как он ляжет на сиденье, покажу, как он крепится, и в эксплуатации тоже протестируем. Итак, пробуем, как он на практике. Ложим. В принципе, по размеру попадает. Края загибаются, в любом случае это будет, потому что такой формы сиденья. Вот эти вот крепления. Может не каждый догадаться, как оно одевается. Сейчас покажу. Значит, смотрите, одеваем сначала один край, потом сюда же второй. И вот все одето у вас. Эти крепления протягиваем под сиденьем. Вытягиваем с той стороны. И сейчас покажу, как надо сделать. Дальше карманчик вот будет функциональным. Поместится телефон, ключи какие-то. Любые ваши вещи. Так, как сзади. Вот у нас вылезли эти кружки, держатели. Вытягиваем их и поворачиваем. Вот таким вот образом. Не очень эстетично, но зато практично. Коврик теперь надежно держится и никуда не денется. Вот такой вот. Кому понравился коврик, пишите в комментариях, отпишу вам продавца. Заказывал на Джуме, пришло из Китая, повторюсь, за 3 недели, быстренько. Стоимость по Украине 250 гривен. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, впереди еще много интересных видео.